начала этого года в Чувашии выявили 2 случая бешенства лис. Меры, принятые своевременно, неблагополучные пункты уже не представляют угрозы. Эпизоотическую обстановку в республике обсуждали члены правительства. Сейчас в регионе сохраняется опасность повторных вспышек лейкоза крупного рогатого скота. Заболевание выявили уже в 7 хозяйствах Чувашии. Под контролем ветеринаров и домашней птицы в этом году против гриппа вакцинировано более 600 тысяч голов. Продолжаются и работы по иммунизации животных. 26 тысяч доз разложено в первом полугодии. И вот уже, наверное, завершена раскладка, которая поступила совсем недавно, 26 тысяч доз. Это совместно с сотрудниками Минприроды, непосредственно в норы. По африканской чуме свиней на сегодняшний день Чувашская республика благополучно на территории России зарегистрировано 825 очагов бешенства, 112 вспышек африканской чумы свиней в 17 субъектах Российской Федерации. Высокопатогенный грипп зарегистрирован 2 в Ростовской области. Продолжаются оздоровительные мероприятия в 17 неблагополучных пунктов по ящеру в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. В текущем году в 36 регионах России зарегистрировано 616 очагов бруцеллеза сельхозживотных. Из-за напряженной эпизоотической обстановки в других регионах государственная ветеринарная служба усилила контроль на границе республики. Уже исследованные пробы принесли отрицательные результаты. Глава региона поручил принять меры и для защиты людей от бродячих собак. Резонансно уже в одном районе, в втором районе. Понятно, федеральный закон у нас гуманный. Вот здесь теперь, Сергей Иванович, это ваша уже работа. Почтальоны жалуются, да, Новочебоксарске здесь, в городе Чебоксары. Надо меры предпринимать, упреждающие. Порядка 1954 безнадзорные, животные без владельцев были отловлены.